Вот такой спецключ пришлось сделать из куска трубы. Вот, вырезал плазморезом на 41. Менял сейчас помпу вот там на Nexi. Вот, натягивал ролик натяжной, выставлял по метке. Офигенно получилось. Сделал ровно, не знаю, 10 минут делов. Все плазмачом. Вот, как-то так. Теперь есть спецключ. Друзья, всем привет. В общем, меняю помпу у бати на машине. Deo Nexia 8-клапанка. В общем, снял. Сейчас буду ставить новую. Посмотрел. В общем, надо же будет натянуть как-то вот эту штуку. Там должен быть спецключ. Ну, понятное дело, искать, покупать его я не собираюсь. Сейчас я его буду делать, как говорится, своими руками по-быренькому. Здесь ключ, чтобы вы понимали, на 41. Вот так это все дело ставится. И натягивается ремень. Риски там совмещаются на натяжном ролике. Но вот этот ключ туда просто не зайдет. Можно его укоротить, конечно, там где-то подрезать, обрезать. Но я сейчас сделаю спецключ. Вот я уже отрезал кусок трубы. Останется только его сейчас нарисовать и вырезать. Труба толстостенная, толщина стенки 4 мм. Сейчас одну сторону, где тут сварной шов, вот так ее вырезаю. И дальше рисую нужный мне ключ. В общем, нарисовал вот так вот ключ. Сейчас срезаю вот эти углы. Режу, вот, друзья, плазморезом. Сильно заморачиваться не буду. Это под линеечку края, а здесь уже под шайбу какую-нибудь. И ровненький рез. Также под шайбу или под вот эти вещи, без разницы. Что-нибудь приложу подходящее, также закруглю. Здесь его сделаю чуть-чуть поуже. Вот так вот пока получается. Сейчас мы это все дело обработаем. От краев отступил по 1,5 сантиметра. Ширина 7 сантиметров. Минус 3 сантиметра. Серединочка 4 сантиметра. И с этой стороны сейчас вырезаю лишнее. Можно болгарочкой, но буду резать плазмой. Так, вот так вот получается. Срезал здесь, здесь. Ну, понятное дело, чуть подработал. Чтоб было культур-мультур. Разметил квадрат под этот ключ. По углам засверлил. Сейчас плазморезом разрезаю, обрабатываю, и в принципе готово. Вот такой вот ключ получился. Можно сказать, спецключ. Квадрат под вот эти вещи подходит четко, даже шарик держит. Вот. И будет одеваться, где она там, все четко на 41, как положено. Ну а здесь уже будет натягиваться, то есть ставится и проворачиваться до нужного положения. Вот делов тут я не знаю, наверное, дольше его вот это шлифовал, обрабатывал, нежели вырезал. Вот как-то так. Пойду сейчас пробовать. Так, ну и вот так вот это дело работает. Ключ накинул, помпа наоживлена, но еще не закручивалась. То есть показать, что все работает, все крутится, все будет натягивать. Вот так вот снимается, вот так вот, друзья, снимается. Как-то так. Короче, в очередной раз уже разбирали машину. Пищит и пищит. Пищит и пищит. Непонятно, что оно пищит.
Поменял подшипники на генераторе, перебрал его полностью. Диодный мост отпаял, чтобы добраться, поменять. Все, полностью заменил. Поставили, пищит. Сменили ролик натяжной, новый ремень. Поставили, все, собрал обратно. Обратно что-то пищит, помпа, думаю. Вот сегодня помпу заменил полностью. Помпу поменял же, выставил все. Это в очередной раз разбирал. Собрали. Сейчас она прогревается, посмотрим, вентилятор сработает, нет. Пищит, все равно пищит, что-то такое, как подшипник где-то пищит. В итоге что? Ремень генератора, ну там специалисты одни ставили, новый поставили. Не знаю, насколько он новый. В общем, поменял ремень генератора, все, писк исчез. Об ролику там терся. Еще он как-то натянутый был, он вот так вот эллипсом как-то прям вытянулся, я не знаю, что за ремень. Мы поставили другой, купили, все, проблема ушла. Все работает ровно, четко. Заодно сейчас жидкость прогонит, воздух выгонит. Вот такие дела.